Квартиры в Красноярске за год подорожали в среднем на 10-15%. И это нормально, заявили сегодня представители агентств недвижимости Сибири. В Миксмаксе собрался так называемый клуб лидеров. Это крупные риэлторы из Тюмени, Новосибирска, Омска и нашего города. Оказывается, ситуация на рынках недвижимости в этих городах совершенно разная. Например, в Тюмени люди инвестируют в жилье. У нас же пока это роскошь. Горожане покупают квартиры для того, чтобы в них жить. Кстати, в Тюмени сдается по 1 200 000 квадратных метров в год. Для Красноярска такие темпы строительства тоже нереальны. В Омске, городе миллионники, жилье стоит дешевле. Риэлторы объясняют это отсутствием новостроек. Сейчас в мегаполисе возводится всего 25 домов. Вот, кстати, цены квадратных метров в городах участников клуба. И надо сказать, что в Красноярске жилье не дороже, чем у соседей. Нет такого ажиотажного спроса. Человек стал вдумчивый, разбирается в том, что он покупает, берет надолго, всерьез, как говорится. Поэтому роста цен мы серьезно не предвидим.